Ну вот, друзья, я уже доехала. Иду опять через этот огромный, обалденный парк. Что я могу сказать? Людей по сравнению с июлем и августом, конечно, поменьшало. Ой, ну классно, не жарко, а солнце такое. Такие ощущения, как в детстве у бабушки. Да, как вот так уютно, тепло, светло, как в детстве. А наши с вчерашнего дня уже там многие приехали еще вчера, уже поют, сегодня уже с 10:30 поют. Сейчас уже будет доезжать, кто как может. Сейчас я приеду, вечером еще доедут люди после работы. И пойдет жара. 3 дня перезагрузки мозгов. Класс! Класс! Санаторий! Не, друзья, все-таки, конечно, осень. Осень — это моя пора, особенно в Щецине и в Свиновнице. Это вообще... Какое там лето? В чем вы? Осень, вот она, посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Осень моя. Ну как, узнаете, друзья? Эй, узнаете? Я вернулась. Я же обещала. Я вернулась. Наши уже поют. Сейчас я быстренько к ним тоже. Там. Тут альты, тут тенора. Там сопрано. Все, я пошла. Oh, daddy, oh, daddy, like a song, oh, la, 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 la,
Наверное, утром вообще никого нет. Разровняли весь песок. Что тут люди, можно ходить в обуви и не утопать в песке. Боже. Сюда вообще смазюна. Вода чистейшая. Ну, попробую. Ну. Мокрая нога. Кстати, теплая вода. Теплая Балтика. Кто сказал, что Балтика холодна вообще? Надо pasquet. No.
Zdrowotny drink. Jak w kebabie, no? Zdrowotny. No. Brakuje mi witaminy C, to muszę też. Zwiększyć zapotrzebowanie. To jest najwyższej jakości witaminy C z importowanych pomarańczy. Importowanych? No nie, to nie, to ja dziękuję. Lód z tutejszego morza, słony lekko. To jeszcze podwójne perol. A teraz najlepsza witaminka to jest eliksir młodości. O, to ja muszę więcej, to ja trzy poproszę. Dodaję energii i granicę. Martynie nie potrzeba, bo tutaj tylko cukier. Dla Martyny to cukier. Something, some of them.